Всем привет! Вы на канале Уральский массив, меня зовут Александр. В сегодняшнем видео хочу показать, как я центральный столбик вот доращиваю. То есть вот получилось он повыше ступени, отпилился. И сейчас сюда буду столбик одевать. Вот такой вот. Вот. В столбике тоже просверлено уже отверстие под крепление на шпильку. Вот. Сюда закрутил шпильку по центру. Все, сейчас буду помажу клеем и буду одевать и прикручу. Мажем клей, размазываем немножко так. Столбик уже заранее просверлен у меня. Вот, то есть 35-й перкой. И здесь посерединке 8,5 сверлышком. Вот таким вот. Все, сейчас прямо одеваем его наверх, ну, сверху вот этой шпильки. Вот так вот. И при помощи гайки шайбой затягиваем. Шайбу одеваем, гайку наживляем. Все. С помощью ключика на 13, опа, вот такого, затягиваем, вот накидной. Можно взять ключик с трещоткой на 13. У меня он тоже есть, но он в машине лежит, неохота идти. Ну, сначала вот с самого верха неудобно, он маленько закручивается. А потом, когда вот ключ уже ниже, вот здесь, то есть пошире, и получается он лучше здесь ходит. Все, затянули. Лишнее убрали клей. Потом, когда разберу лестницу, ну, буду уже упаковывать, я здесь подшлифую шлиф машинкой. Сейчас еще чуть-чуть подтяну. Ну, все, хватит. Почему не сделал целиковый вот этот столбик? Потому что он, видите, фигурный. То есть фигурный сверху наращивается. Если бы он был квадратный, то он бы был бы целиковый. Вот. Ну вот, все нормально получилось. Тут потом это шлифанет, оно высохнет, шлифанется все, и будет все нормально. Это отверстие закроется заглушкой. Вот такой вот столбик получился. Как видите, вот на той стороне тоже столбик такой же стоит. Вот. Но там он встал на ступень. Там он встал на ступень. И, то есть я к нему еще добавил 4 сантиметра. Потому что здесь вот это вот, видите, 4 сантиметра, и добавил здесь 4 сантиметра. То есть сейчас они, ой, у меня вровень. Ну все. Всем спасибо за просмотр. Вот такая вот лестница получается. Там потом будет обзорчик. Она будет, монтаж будет ее, на ее обзор. Тут получается поворот. Получается вот поворот один. Потом промежуточные две ступени, потом еще поворот и еще две ступени. Ну, в общем, всем спасибо, до нового видео.